Рабочие устанавливают бордюры, отсыпают песок. Началось возведение долгожданной спортивной площадки в поселке санатория имени Герцена. Как рассказывает местный общественник Ирина Минаева, вместе со своим единомышленником Игорем Михайловичем они боролись за это 10 лет. Познакомиться с местным активом приехал окружной депутат Андрей Яцишин. Задача не просто узнать друг друга в лицо, но и обменяться контактами, чтобы быстро сообщить депутату, если что-то пойдет не так. Ирина, давайте с вами договоримся так. Я вам даю прямо сейчас свой номер телефона, вы мне свой. И прямо на прямом контакте. 4-летний Саша проверяет, кто круче, его сапоги или лужа. Попыхтел, рискнул, и мальчик счастлив. Он не промок. Пока это самое интересное развлечение во дворе, говорит мама Екатерина. Здесь началось возведение современной детской площадки. Вместе с депутатом местные мамы обсуждают освещение, видеонаблюдение и другие важные вопросы. И снова Андрей Яцишин обменивается контактами. Это не спонтанная идея, а системная работа. Мы приехали специально пообщаться с местными жителями, обменяться с ними телефонами, чтобы у нас была прямая связь. Вот именно это и называется народный контроль. Буквально через дом от строящейся площадки делают пешеходные дорожки. На крышах перестилают кровлю. По всему округу идет благоустройство и ремонт. Народный контроль повысит качество этой работы. Тимур Гайсин, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».